Всем доброго утра, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш усатый Альберт Вескер. А это Jurassic World Evolution. И да, извините за такое вступление, просто, к сожалению, лицензированную музыку я выключил. Эх, да, без нее игра как-то не чувствуется, согласитесь. Но с другой стороны, жизнь найдет себе дорогу. Майков, ты прямо вовремя. Тут вот, если кто не видит, тут вот, жизнь найдет себе дорогу. Доктор Иэн Майков. Хотя правильно, Иэн Майков. Иэн. Ну ладно. Так или иначе, как говорил доктор Майков, жизнь найдет себе дорогу, а мы найдем себе дорогу в обход лицензированной музыки. У меня есть небольшая такая идейка, и я попытаюсь ее реализовать. Надеюсь, она вам точно понравится. Ну, вы уже должны ее сейчас слышать. Я прямо сделаю монтажечек такой своеобразный. Если вам зайдет, то обязательно пишите в комментарии. Ну а пока что, давайте заниматься нашим парком. У меня вообще была, знаете, какая цель? Смотри. Актив. Так, вот здесь у нас задания все выполнены. То есть здесь все достигнуто. Теперь мы с вами отправляемся, смотрите, куда. Отправляемся. Так, нам нужен следующий остров. Мы отправляемся на Исла Муэрта. Там какие задания у нас? Повысить репутацию отдела безопасности, выполняя контракты отдела безопасности. Повысить репутацию в научном отделе, выполняя контракты научного отдела. Повысить репутацию в отделе развлечений, выполняя контракты отдела развлечений. То есть здесь чисто просто повышение репутации. Но это неплохо, это неплохо. У нас уже 11 миллионов. Видите, вот здесь вот. И продолжает капать. В принципе, давайте-то мы с вами на Исла Муэрта. Хотя, у нас есть новый остров, Исла Таканью. Давайте съездим туда. Если что, Исла Муэрта мы всегда сможем улучшить. Давайте поехали. Так. Отправляемся. Используйте камеры команды Рейнджера, чтобы работать с фотографиями своих динозавров. Ну, это неизвестно, спасибо. Ну, говорится... Лишний раз, почему бы и нет. Так. Подставочку. Тут кофеечек. Собственного производства. Щепотка кофе, 3 ложки сухого молока и 2 ложечки сахара. Хотя я сейчас сахар стараюсь ложить меньше. Да. Ой, хорошо бодрить прямо. Если кто скажет, что слишком мало кофе, поверьте, для меня вот эта щепотка кофе — это самое то. Потому что у меня повышено внутричерепное давление. О, слушаем. Знаете, был еще один остров, где на останках заброшенного парка развлечений был построен новый. Не жалея средств, как сказал бы Хэн. Природный заповедник. Возможно, вы слышали об этом. По крайней мере, не засекреченную часть истории. Не засекреченный? Подождите. А. Один из ваших предшественников отвечал за этот остров, и закончилось все не очень хорошо. Но вы можете добиться успеха там, где остальные потерпели неудачу. Тщательно продумайте, как на этом зарабатывать, если хотите получать хорошую прибыль. А вы хотите, уж я-то знаю. Давайте посмотрим, что тут у нас вообще есть. Эй, где мои миллионы? Ладно. Нам для начала нужно уйти в плюс. Что у нас есть? У нас есть пустоты. У нас есть очень ограниченный участок суши. Мне бы не помешали контракты для начала. Давайте запросим сначала у отдела. Займитесь этим контрактом. Чувствую, мы оба об этом не пожалеем.
Согласен, это нам понадобится. Я много лет изучал динозавров и работал с ними, так что понимаю, как устроен их мозг. Как вы к ним относитесь, такими они и вырастут. Через 2 минуты только смогу запросить. Хорошо. Так. В принципе, остров интересен. Центр инноваций. Я бы его продал бы, но не хочется пока лишний раз дергаться. Лаборатория Хэммонда, но здесь все поломано и нет электронной защиты. Подстанция, требуется подключить электроэнергию. В общем, здесь все снесено по полной программе, ребят. Здесь есть электроподстанции. Выработка электроэнергии. Вообще я не понимаю, для чего здесь вот этот мост. Ну, точнее, не мост, а вообще вот эта железная дорога. Она же... Хотя, если вот ее зациклить... А, нет, смотрите, у нас кусок-то есть такой хороший, добротный. Ну, ладно. То есть, технически она как бы может сработать, если ее вот так вот вдоль построить по кругу. Ладно, допустим. То есть, пока я не хочу, не буду ее дергать. Но нам нужно так или иначе добыть деньги. Откуда? Подождите. Он что-нибудь дает в плане денег? Прибыль в минуту. Что-то есть у него. Но все равно избавляться-то надо от чего-то. От чего-то да избавиться мне нужно. Генераторную, понятно, трогать нельзя. А то она и генераторная. Здесь можно сделать временный загон. Но нужно что-то продать. Давайте его продадим, да? Нам нужны деньги. Нам нужны деньги. А это значит, надо делать все по плану. Так. Поскольку будем выводить что-то простое. Так. Ясно. То достаточно будет... Достаточно нам будет просто сделать хорошее укрепление. Так. Вот так вот. Нам достаточно просто сейчас в данном случае... Так, надо что-то еще продать. Что точно нам сейчас не надо? Ну вот это продадим, давайте. Да. Продадим тогда, ну... А какой толк вот от этой штуки? Вот провода я еще согласен. От проводов есть толк. От проводов есть толк хоть какой-то. Подстанцию можно продать. От нее пока толку нету. Бункер пусть будет. Так. Тут, конечно, можно было бы подключить бы все это дело. Так, ну, подсоединим все по старинке. Так, не дотягивается, зараза. Эти можно, в принципе, тоже пока продать. От них толку немного. Пока что сделаем небольшой загончик. Пока что пусть будет небольшой загончик, которого нам вполне будет хватать. А в принципе, можно и не небольшой, а даже очень большой. Хотя, стоп. Я буду потом расширять его. Пока что буду делать ровно такого размера, который я смогу произвести. Итак. Мне понадобится еще подстанция, да?
Отлично. Так, электричество обеспечили, все? Да, все обеспечили. Красота. У нас тут все магазины, они все рабочие. Давайте теперь выводить динозавра. У нас денег не так много. Поэтому надо отнестись ко всему ответственно. Продавать я ничего больше не хочу. У нас не на чем развивать. У нас нет медицинских центров, поэтому сейчас будем чисто использовать коммерцию. Так. Зона окаменелости. Так. Отлично. Первые гости к нам уже едут. Для начала поднимем, ну, пусть будет где-нибудь 37. Люди сейчас уже идут. Можно выпустить? Хорошо. Выпустить. Понятия не имею, что там будет с этими мелкими засранцами. Но они больше не наша проблема. Контракт выполнен. Поздравляю. Спасибо. Вот, знаете, вот этот специалист... Давайте, знаете, как мы ее назовем? Не знаю. Гюнберт. Вот мне почему-то нравится... Надеюсь, я правильно пишу. Гюнберт Макфоули. Макфоули. Не знаю, я хочу так его звать. Гюнберт Макфоули. Почему нет? Так. Будь у меня время, я бы сама взялась за этот контракт. Но у меня его нет. А вот у вас? Да. Я ввязалась в это ради денег. Но затем увидела, что у нас получается это чудо. Ценность этих животных куда выше финансовой. Да, чудо. Ценность животных выше финансовой. Так. Убежище можно пока не дергать. Так. Дино-коктейль. Дино-пойло? Да, кстати, дино-коктейль. Это... Вот так вот. Во. Все идут в фастфуд. Давайте на дино-пиро. Так, стоп. Отлично. И давайте-ка мы вот от этой вот дорожки избавимся. Объясню почему. Они будут идти по этой дорожке. И все будет шикарно. Они будут кружиться, метаться туда-сюда, обратно. Это будет просто шикарно. Так. В ресторане тоже закуска завр. Гиганта стейк. Вот это нельзя работать. Вот, неплохо. 52. 42. Вот. По крайней мере, относительно нормально. Пока народ подходит, пока народ приходит, пока прибыль идет хоть какая-то. Ретро следующего поколения. Зал грохотоматов. Это дело, что следующее поколение надо. Народ, о чем вы? Вот. Красота. Настраиваем всю зону. Абсолютно всю. Так, магазин подарков. Ну, какой ланчбокс? Очки ночного видения, разумеется. Ну, вот так будет нормально, я думаю. Магазин одежды. Магазин игрушек. Вот он их привлекает, хорошо. Динонаклейки, динозавр. О,
вот здесь какая-то золотая жила нащупывается. Ой, нет. Отлично. Так. Да, нужна еще кормушка, кстати. Он какое состояние? Комфорт, здоровье. Что с голодом? Вы обязаны следить за тем, чтобы животные были сыты. Да спасибо, я уже понял это, Оуэн. Только стоимости у меня не хватает. Давай, накапливайся. Давайте я продам вторую. От меня только с равной ноль. А так хоть животные накормлю немного. Да, вот видите? Прямо антикризисный менеджмент у меня какой-то сегодня. День антикризисного менеджмента. Проблема еще в том, что тут много что все вдалеке. Но с другой стороны, это должно привлечь туристов. Туристы, посетители. Это все главное. Это наше будущее. Так, тут что-то есть. Зуб. Прямо повышаем цены, где только можем. Надо уметь регулировать. Отлично. Я смотрю на ценник. Понимаете, расходы на эксплуатацию, но если мы сможем выжать из всего этого золота, то это хорошо. 87 у нас был, да? Вот, пусть будет больше народу. Прибыль в минуту 9000. Да, многие скажут, что это мало. Но извините, это неплохие деньги. Я бы их вложил бы на своем брокерском счете и в ИСИ. Вот реально. Потому что это, ну, реально удобно. И это очень хорошие деньги. Это очень хорошие деньги, народ. Да, для парка такого размера, конечно, это копейки сущие, но... Моим меркам это хорошие деньги. Так, наконец-то. Тут у нас что? Динокомбинезон, давайте тоже. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги любого формата. Я, в принципе, дайте Динамайка. Вот он уверен, а она-то как раз-таки наберет народу только. О, видите? Вот! Вот это уже деньги. Надо порепетировать с другими как раз-таки формами. Может тогда крем-брошюра? Не уверен, привлечет, не привлечет. А вот игры нового поколения не совсем привлекают. Вот это уже другой разговор. Так. Ладно. Может, юрский гурман? Не особо. Тут надо повышать доходность. Надо брать что-то дешевое. Но при этом кто-нибудь самокупающийся, причем очень хорошо. Да, это менеджмент, ребят, здесь этого полно, всегда будет. Привыкайте, ну бывает такое, надо привыкать. Так, давайте идти на блюдо. Весь 236-259, если за 300 перевалит, 279, ну вот ладно, 279 тоже неплохой результат. Тут что у нас? Давайте, ну пусть будет диновыпивка. А что вы хотите? Надо лавировать интересы. Так. Давайте прямо выжимаем все.
все соки. Давай, давай, давай. Во. Выжимаем. Все, прибыль пошла. Это Ламберт. У меня новый контракт. По моим расчетам, вы идеальный кандидат для его выполнения. Метадона нету. Совет. В комнате управления вы можете запросить новые контракты. Пусть будет. Я не уверен, что могу вообще-то... Подождите, а я могу вообще как бы исследовать или вот что-нибудь? Чисто технически. Потому что нам нужно, во-первых... Недриди, старый добрый звук. Так, что у нас здесь? Завершите задание. Опасный портфель на острове. Ну, какой опасный? У нас здесь все хорошо. Извините, я кофеечек попиваю. Это не стримчик. Ребят, если кто смотрит, это именно видеозапись. Кстати, ребят, надеюсь, вам понравится сегодняшнее прохождение. Лайк, комментарий, подписочка на канал. Также наши группы Discord, ВКонтакте и на Девинарте. Найдете в описании все ссылочки. Мне будет очень приятно, если вы нас поддержите. И пишите комментарии, ребят, обязательно. Я их озвучиваю, не переживайте. Я озвучиваю каждый комментарий. Каждый комментарий. Ну, а если там уже длинная переписка, то я объясню... Я рекомендую извлекать максимум пользы из любого затишья. Ну, отправляйте экспедиции. Исследуйте что-нибудь. Приготовьте мне кофе. И все в таком духе. С двумя кусочками сахара и сливками. Ух ты, Кабот Финч, уважаю. Такой же кофе предпочитаю. А, но у меня щепотка. Я предпочитаю щепоточку. Щепоточку кофе. Вот видите, Кабот даже меня понимает. Ну, давайте выпустим еще кого-нибудь. У нас уже 60. Кто у нас дешевый самый? Давайте вот этих. Они как бы стайные животные. Они стайные. Пока денежки к нам текут, пока денежки идут рекою. Пока народ гуляет, пока народ веселится. Будем развиваться. То есть удалось парковать. Вот зараза, надо страховку прокачивать. А я не прокачал ее. А мог бы там. Ладно. Ладно. Страховки у меня нет. Не страшно. В принципе, на том острове у нас с вами уже достаточно, в принципе, ресурсов, чтобы просто вернуться и прокачать их. Но это страховки. Давайте попробуем пока без них. Мы смогли сейчас создать более-менее стабильную экономику. А это уже немало. Это хорошо. Давай, немножечко. Плохое разнообразие. Рейтинг динозавров. Отличное благосостояние. Ну, хотя бы отличное благосостояние. Это неплохо уже. Это меня полностью успокаивает. Сводка. Рейтинг здания. Отличная безопасность, высокопропускаемая способность, высокая удовлетворенность гостей. То есть, видите, гости даже удовлетворены. То есть, это хорошо. Нам нужно только разнообразие. Хотя бы пусть два будет. Пока им выводится, давайте мы с вами, знаете, что сделаем. Оу, да, я хочу слетать на... Исла Матасерас. Да, однозначно. Мы сейчас это сделаем. Там как раз таки у нас денежки накопились неплохие. Да и на Исла Муэрте. Ладно, давайте на Исла Матасерас. Там денег много и никаких более-менее безумных ситуаций не возникает. Мы с вами туда слетаем. Слетаем и сделаем прокачку. Потому что мне нужны определенные... Мне нужны определенные функции. Это страховка на случай смерти динозавра. Без нее я здесь долго не протяну. Точнее, я протяну. Я финансовый эксперт, по сути. Специалист по экономической безопасности государства и организации предприятий. Уж извините, это моя специализация. Я протяну, но смогу вытянуть. Но это будет долго.
лучше сейчас иметь эту прокачку, чтобы потом нам меньше пришлось тратиться на денежные средства. Страховка здесь нужна в данном случае. Тиранозавр Рекс выдавал 50 км в час. Джон Хэмон. Главное, чтобы он не выдавал на гостях. Так. Чтобы не было длинной заставки, у нас, значит, смотрите, комната управления. Так, исследование. Так. Инфраструктура. Так. Пять минут. Частичное возмещение. Нет. Нет. Ничего не отменяем. Мне надо было вот так. Страхование инкубатории. То есть 30% изначальной стоимости инкубации. Вот это надо было бы прокачать. Ну ладно, мы это тоже прокачаем. Это наш эффективный маркетинг. Глобальная инфраструктура. Что она делает? Подождите, отмена. Ничего не делает. Ну, само по себе маркетинг тоже необходимо. Потому что снижение расход по кормушке. Вот это тоже необходимо. Удешевление строительства. Это вообще шикарно. Уменьшение судебных издержек. Мертвый динозавр. Ладно, пока у меня это все дело качается, давайте здесь же займемся и парочкой мертвечин. Те, кто умер. Дилопозавра. Вот заразы. Эти дилопозавры прямо жрут, жрут и жрут. Ну ладно, пусть жрут. Мне не жалко. Мне не жалко. Для того и создавалось это место. Так. Так, давайте сразу тогда заодно и рейнджеры дадим задачку. Назначать. Я здесь заодно поставлю ворота, чтобы им было проще заезжать. Ну вот опять отключили электроэнергии. Это бесит, конечно. Так, добавили задачу. Так, а пока что давайте посмотрим на нашу прокачку. Прокачалось то или нет? Еще 3 минуты. Да, ребят, знаю, 10 минут что слишком полезно. Но, с другой стороны, это необходимо. В данном случае, ну, это реально необходимость, чтобы у нас не было проблем. Так. Так, отлично. Ну, вперед. Прям вообще не хотят двигаться. Ну ладно. Это все? Простуда. Больные динозавры не обнаружены. Ну, благо хотя бы разобрались со вспышкой. Так, ну сколько там еще? 2 минуты, наверное. Да, 2 минуты. В принципе, давайте посмотрим, что у нас с вами еще пока есть, что мы могли бы изучить. Там, конечно, команда исследователей прям вот по максимуму сделать.
Но смотрите, как бы эффективный маркетинг – это деньги. Это приток денег от дополнительных наших заданий. Мы их выполняем, нам приходит больше денег, это вообще прекрасно. То есть с этим никаких проблем у нас нет. Страхование инкубаторов – это то, что нам тоже нужно, потому что сейчас происходит прямо какая-то беда. Беда, лютая беда со всеми вот этими нашими богатствами. Здесь у нас пока деньги есть, здесь они копятся много. Мы можем это прокачивать за счет других парков. Мы прокачаем всю инфраструктуру и тем самым будем пользоваться. У нас есть хорошие загоны, у нас есть все типы прокачанных зданий, которые пока возможны. У нас только с улучшениями, конечно, ну ладно, улучшение — это вопрос времени. Улучшение — это вопрос времени, и с этим никаких проблем у нас тоже не будет. Подождите, что там? Быстрая доставка питательных веществ увеличивает скорость инкубации динозавра на 10%. Слушайте, мне, конечно, это сейчас заманчиво, но нет, спасибо. Нам главное сейчас инфраструктура. Вот. То есть, видите, может пока только одну. Стоимость, конечно, это 8000, но здесь еще и нужно Муэрто-Восток. Да это не Восток у нас. Или это у нас Восток? Я что-то спутался. Это Исла-Муэрто. Исла-Таканью, Исла-Пена. Вот, Исла-Восток. У нас этого нету. У нас она еще не открыта. Что там с угрозой динозавра? Это реально. Кто там уничтожил транспорт? Так, ой. Так, подождите-ка назад. Где-то он? Да, уничтоженный транспорт. Да, New Ranger. Ну, конечно, новый давай. Мне не жалко. Мне не жалко. Деньги есть. Я наладил здесь целую производственную систему. Целую производственную систему, ребят. А это дорогого стоит. Сейчас у нас пойдет исследование. Яиц. И, наверное, мы знаете еще какое исследование. Коль уж нам дает возможность системы сделать прокачку, мы сделаем, наверное, еще одну. Объясню, какую. Сейчас нам нужно вообще по максимуму все. У нас нет рейнджеров, поэтому... Хотя нет, это бесполезно. А вот строительство... Строительство нам надо. Кто там сражается опять? Ну и с кем? У нас один, что ли, там? Нет, это самка. Ищет воду. Йод. Тут неплохо у нас, кстати. Вот видите, здесь я сделал прибыль чуть ли не в... Прибыль 450 тысяч долларов в минуту. Это значит, это лучшая прибыль в жизни. Никто вам такую не даст. Знаете, ребят, из меня, наверное, вышел бы великолепный управленец в реальности. Но я всего лишь специалист по экономической безопасности. Это другое. Это другое. А может, когда-нибудь и буду. Знаете, мне всегда говорили, иди в бизнес. Но я ненавижу бизнес сам по себе. Я предпочитаю его скупать. Вот это другое дело. Я предпочитаю покупать его. Это куда выгоднее. Так. У нас, в принципе, хватит средств, чтобы купить еще вот это. Жалко, что у нас недостаточно доступных команд. А вообще, как их прокачать, кстати? Такой уж у меня вопрос возник. Как прокачать команду? Давайте посмотрим пока по инфраструктуре. Улучшение зданий. Вот, здесь, скорее всего, это исследовательский центр. Скорость, стоимость, команда, вот они. Значит, здание научного отдела Исламуэрта. То есть мне нужно сначала здание построить. Пока у меня его не будет, вот это у меня не появится вообще. Ясненько. Центр окаменелся, да, много там не надо. В принципе, еще 2 минуты у нас.
Так, что еще мы можем прокачать? Чисто же сейчас смотрим. В окаменелостях все. В гены я пока не суюсь. Хотя мы могли бы прокачать. Да, достали вы с своими сражениями. Сражайтесь, сражайтесь. Ничего там страшного не будет. Все лекарства пока у нас прокачаны по максимуму. Загоны смотрели, здания, доступных предметов. То есть смотрите, вот у нас даже у нас есть генетика, у нас доступны улучшения и доступная инфраструктура. Это все, что сейчас нам доступно. И в основном в инфраструктуре это что? Электроэнергии, это скорости перезарядок. Ну и станция рейнджеров, все. И больше ничего нам не доступно. Ну, еще вот скорость работы лаборатории. То есть это главное. Это хорошо. Это хорошо. Но тут, к примеру, есть еще здоровое пищеварение. В принципе, это тоже можно было бы просить, но это толкнуть. Так, все, сейчас прокачается. И я поставлю, знаете, еще улучшение строительства. Мы сократим расходы на стройку. Нам сейчас нужно в первую очередь сокращать расходы на стройку. Объясню почему. Расходы кончились. Соответственно, и нам проще. То есть, как говорится, чем ниже расходы на стройку, тем нам быстрее. Да, знаю, еще 5 минут подождать. Но это надо, это необходимо. Все вот эти вот достижения, они переходят с нами в каждый план. Это то, что нам нужно. Это то, что нам нужно, это то, что нам необходимо. В принципе, давайте пока порегулируем здесь тоже менеджмент. Тут, в принципе, как раз таки хватает. Давайте тогда понизим, что ли. Так, смотрите. 7371. Вот это подойдет. Потому что здесь они уже ходят. Они что-нибудь покупают себе, что-то завозят, что-то привозят. Надо всегда вот это вот высчитывать. Средний. Максимальный поток людей пока что на данный момент вот в этой зоне. А вот тут он практически топлевый до максимума, так что можно здесь и увеличить. Вот эта зона, она наиболее популярна. Заметьте, сколько здесь всего людей приходит. Прямо вот поставлю тоже двоих. Там видите, вроде бы шляпа, она всех не хватает. Вот видите, какой доход пошел. Какой доход, просто шикарно. Повышаем все по максимуму, все будет как надо. Да нет, вот где-то вот здесь. Тык. Во, практически 7, все, беру. Так, что там у нас с исследованием? Так увлекся, что за временем забыл следить. Еще 2 минуты, вот забейте. Когда ты не следишь за этим, вроде бы
идет быстро. Но все равно неудобно. Кстати, а мы же... Жалко, что мы не можем вот бюджет из одной зоны переводить в другую. Добавьте улучшение динамическое содержание в малой электростанции. Давайте сделаем, мне не жалко. У нас как бы и так это все дело есть. Я не против добавить. Все, сделали. Я знала, что вы сможете. Даже знал, что у нас есть. Ну, скажем так, подозревала. Было у меня такое предчувствие. И вот вы справились. Спасибо. Так что вы заслужили поздравления. Я не против. Лишние поздравления — это хорошо. Почему бы и нет-то? Заметьте, у нас научный отдел и отдел безопасности, они у нас прокачаны. А вот развлечения — это не мое, видимо. Хотя, вроде бы, коммерцией я неплохо владею, но... Каждому свое. Отель, кстати, я так смотрел, особо-то не приносит, что ли, денег? Ну, как бы он помогает нам зрителей здесь держать, это хорошо. Так, а вот что делает центр безопасности? Вот он прибыль в минуту 18620, то есть он приносит плохо, но не видно, но видите, какая у нас безопасность здесь. Безопасность у нас — это наше все. Ну уж, сколько там у тебя еще? О! Про кормушки можем забыть. Они нам пока не нужны. Это потом будет. Давайте возвращаемся теперь на Ислатаканию. Мы не вывели Индоминус. Мы ее создали. Взрослая особь должна достигать 15 метров в длину. Она будет крупнее тираннозавра. Доктор Генри Оу. Да, крупнее тираннозавра. Это прям красота, да и только. Прямо есть чем гордиться. Да уж. Индоминус Рекс, если что, это искусственный такой своеобразный смесь тираннозавра, раптор и так далее. Это чудовище, в буквальном смысле, франкенштейновская ходячая зараза. Повысьте видимость своих динозавров с помощью правильно расположенных смотровых галерей и площадок, гидросфер и монорельсов. Кстати, а гидросфера тут тоже хорошая штука, но пока их не можем приобрести. Но вот монорельсы мы можем использовать, это хорошо. И с латаканью. Так, возвращаемся к нашему парку. Кстати, мне нравится этот вид. Я не знаю, успел, не успел. Надеюсь, успел. Если не успел, потом выведу. Так, сколько у нас тут? Всего 13 тысяч. Это вообще ни о чем. Это плохо. Ну ладно. В принципе, с технической точки зрения... Вот, видите, вернули 10 тысяч. Вот благодаря тому, что я прокачал страховку, мы ее вернули. Нам стало проще. Так, выдача через 10 минут. Ну, еще 8 нам парсы хватит. Хорошо. Сколько народу здесь у нас? Давайте тогда мы перейдем на коктейли. Их должно прямо хватить по максимуму. Вот так вот. Может, это когти раптора? Вложение информации. Шопинг. А тут что у нас? Длинные игрушки. Дети любят игрушки. Вот золотая жила. Надо повышать уровень денег. Чем больше коммерция, тем лучше.
Дина шляпа пусть будет. Все хотят шляпы. Все хотят шляпы. Не бывает так людей, которые бы не хотели в своей жизни шляпу. Вот. Здесь, в принципе, все неплохо, но надо повыше качество. Вот, да, вот. То есть, есть люди, которые готовы заплатить такие деньги. О. На $10 больше, но это деньги, ребят. Это деньги. Это то, что нужно делать сейчас. Не уверен насчет вот этого. Пусть работает. В общем, прибыль у нас есть. Мы ее обеспечили. Наша работа – дарить людям чувство безопасности. Этот контракт поможет нам работать лучше. Согласен. У меня вот такой вопрос, смотрите, что получится. Вещей технически мы можем сделать еще один вольер. Вот прямо вот сюда. Вот этот прям можно сюда поставить. Думаю, проблем с этим не будет. Вопрос в другом. Хотя есть у меня одна идея, куда вот этот вместить. Что вот сюда его как раз таки можно будет задевать. Прибыль в минуту 11 тысяч. Неплохо. Но в принципе нет. Давайте сначала выведем еще динозавров. Чем больше динозавров, тем больше людей хотят на них смотреть. В конце концов, вы же хотите увидеть динозавра? Я тоже хочу. Пусть выводится. 11 тысяч в минуту. Это неплохо. У нас практически прибыль от заведений 200. Так, обеспечим будущее нашему исследованию, получив достойный доход от аттракционов. Именно в этом моя цель. Надеюсь, и ваша тоже. Моя цель вообще-то заниматься наукой, развивать ее, а не заниматься здесь, извините за выражение, мадам, всякой ребятней. И с другой стороны, как бы это ее задача тоже отчасти создать что-нибудь, что будет процветать. Наконец-то. Надо, кстати, дать им имена. Сначала базовое понятие СТР. Генри. СТР Генри. Так. Общительность. Они в хороших популяциях хотят быть. Леса, пастбище. Вот здесь у них прям от всего этого дела полно. Так. СТР. Я знала, что это работа для вас. И, как всегда, оказалась права. Спасибо. И давайте тогда сразу воспользуемся вот этой прекрасной возможностью. Вот здесь прямо то, что надо. Так. От этой я избавлюсь. Так, и теперь поставим. И мы так спокойно обеспечим полную просматриваемость зоны. Так. Сюда поставим лэпку.
Отлично. И теперь мы сможем, как говорится, производить куда больше всего. Пока будем с маленького загончика. Инкубация не удалась, зараза. Это плохо. Ну ладно, зато хотя бы вернуть деньги можно. Если что, можем вернуть деньги. Там пока парочка гуляет, это хорошо. Здесь никаких с этим проблем нету. Давайте тогда возьмем сами контракты. Нам нужен контракт, знаете, на что? На центр развлечений. Эй, я узнал про отличную возможность. Ее не стоит упускать. Постройте убежище для гостей, чтобы увеличить общую зону покрытия убежища до 90%. Вот это то, что надо. По сути, нам нужно просто еще одно убежище построить. Это не так много. Убежище 225 тысяч. Да вы издеваетесь. А сколько он дает за... 150 тысяч. Но с другой стороны, это как бы рост. Это хороший. Это неплохо. Это неплохо. Это не окупает себя, конечно. Не окупает. Но с точки зрения безопасности потом это окупится. Именно с точки зрения безопасности. Но пока что это из себя не окупит. На данный момент. На данный момент это себя не окупит. Так, выпустим динозавр и тротон с пока... Тродон. У меня вот в том-то дело, что тродона-то нету. Мы можем сдать сейчас придется. Может, мы кого-нибудь сейчас накопим? В принципе, каритозавр, он такой тихий, спокойный. А, нет, даже не он. Это вот как раз эдмонтозавр тихий, спокойный. Но трицератопс тоже. В принципе, можно сейчас пока поднакопить чисто на них. Чисто на них поднакопить. Я вот гостей только не вижу. И нам бы, конечно, рейнджера. Вот знаете что, наверное, нам надо с вами накопить на рейнджера. Да, знаю. Но, понимаете, кто-то должен кормить динозавра. Понятное дело. Там, ну, хватит еще на пару закусок, не больше. А сколько стоит... Так. Экспедиционный центр. Центр гнилости. Центр ОСА. Центр рейнджа. 360 и жрет десятку. 360 и жрет десятку. Если я тебя снесу... Даже половину. В принципе, они не вырвутся никогда. Ну, пока что. У них нет просто для этого повода. Можем пока убрать. Можем пока убрать убежище. Толк от этого нет. Пока что можем, в принципе, убрать. Давайте посмотрим, есть ли что-нибудь еще. В принципе, я могу пока продать дорогу. От нее тоже толку ноль. В эту зону попадает все, поэтому я могу от второй лэпки просто избавиться. Надо сейчас прям вообще быть таким, знаете, крохобором. А все. Вот это тоже, в принципе, можно продать. Здесь дорога главная есть. То есть вот от этого тоже можно избавиться. Толк от этого ноль. Сейчас надо прямо избавляться от всего лишнего. Да помните, ребят, когда у вас организация находится в каком-то, ну, прямо в настоящем кризисном аду, нужно сделать самое простое. Сделать все, чтобы ресурсов как раз-таки на все хватало. Так, смотрите, 318. Нам нужна инфраструктура.
Нам нужна хорошая инфраструктура. Так. Нам штормовая станция. Слушайте, она дешевая, конечно, полезная. Но мы, наверное, купим ее в следующий раз. Сперва нам нужна станция рейнджера. Эти двое, что сейчас закончили, они не сбегут, они никуда не денутся. А деньги-то нам нужны. Давайте посмотрим. Во, наконец-то там хоть что-то появилось. Так. В парках столько дел, что иногда голова идет кругом. Постарайтесь поймать ритм. Исследования и экспедиции. Добыча окаменелостей. Стройте новые аттракционы для посетителей. Развлекайте их динозаврами. И не забывайте о безопасности. Это чем-то похоже на вращение тарелочек. Главное, чтобы ни одна не упала. Понятное дело, вращение тарелочек. Главное, чтобы ни одна не упала. Легко тебе говорить-то, толстопуз. Мне главное сейчас поймать ритм денег. Чем больше парк будет приносить дохода, тем мне лучше. Ну и нам тоже, и вам тоже. Как говорится, $140. Вот это самые неплохие деньги. Так, вот это называется менеджмент, ребят. Ну, хороший, грамотный менеджмент. Надо уметь искать, надо уметь примерять. Надо понимать, что хочет человек. Знаете... Ого, поймали ритм, хорошо. В принципе, неплохо. И, конечно, потом отчетность посмотреть, ну, сколько у нас... Так, 334. Вот, 334. Вообще идеальный вариант, прям шикарно. Надо увеличить все мелкие потоки. Отлично, можем сейчас эти построить. Так, перейти к финансам. Смотрите, прибыль в минуту 20578. Неплохо. Возмещение затрат. И у нас целый час. Сейчас мы с вами, смотрите, многие скажут, построй сначала экспедиционный центр. Добывать тебе будем. Может потом из этого что-нибудь подавать. Проблема в том, что да, я могу добывать, но мне нужно развивать эти дела. Исследовательский центр. Дай доступ к изучению новых технологий, модификации динозавров и улучшить динозавров. Это да. Это действительно то, что нужно, но не важно. Но не надо нам. Сейчас мне надо станция рейнджера. Для этого есть сразу несколько причин. Первое, наверное, самое главное, это фотографии, возможность их делать. Рейнджеры это прямо могут обеспечить. Так. Рейнджеры. Обеспечить. И это кормушка, помните. Центр ОСА. Центр рынка. Вот так вот. И сейчас одно поставим. Ну, через пару секунд. Потому что, смотрите, нам нужно сейчас кормить же динозавров. Кормить надо. Рейнджер для этого и нужен нам. А каждый он будет делать базовую задачу. Там, лечить, кормить. Вот все вот это. Нам еще понадобятся ворота. Без ворот я никуда не проникну. Без ворот это будет трудоемко. Давай, еще немножечко. Триста 312, да? Я просто запомнил сумму, которую мы максимально можем получить. Да. Только с Динополя, да?
Порой самые хорошие – это самые дешевые товары. Порой, но не всегда. Ладно, пусть пока так. Настройки в магазинах сейчас менять не будем. Пусть приносят пока как могут. Это деньги любых своих понятий. Они нам нужны. Так. Ну и давайте поуправляем транспортом. Мы можем себе позволить сейчас поездить. Давай, открывай. Давайте работать. Задницу показывает. Ну, неплохо, молодец. Зад тоже нужен. Зад можно показывать всем. Заметьте, этот показывает зад, а этот прям подсматривает. Ну, с другой стороны, тоже как вариант. Там на сколько осталось? Ну, еще пока не будем менять. Пока не будем. Пусть гуляют. Пусть гуляют, это хорошо. Пусть будет так. Ой, да уж. Вытаскиваем парк из задницы. Из лютой задницы. В принципе, сейчас бы еще по одному вывести, но... Уже час у нас. Нам, как бы, наверное, лучший всего вариант – это вывести полноценного трицератопса. Вот это, наверное, самый прекрасный вариант. Один трицератопс чего только стоит. Один. А, в принципе, мы можем сейчас подождать, и честно, не он как-то. Просто подождем. А, у меня нет центра исследования, что я ничего не ставлю. В этом все дело ставить, у меня нет центра исследования. Ну как, ну как, ну как, ну как, ну как, ну как. Пробка энергии нет. Это пока не нужно. Если что, инженеры все сделают. Ограды у нас не потоком, они просто суперпрочные. И эти выбираться оттуда не планируют. Они спокойны. Поэтому я думаю, проблем с этим у нас не будет. Нам главное сейчас бы менеджмент улучшить. Потому что... Людей не нужно чем-то удивить, чем-то новеньким таким. А у нас с этим беда. Сейчас сел в магазин подарков. Фастфуд вообще не привлекает людей. Можно, конечно, динопир поставить. Вот так вот, хоть что-то. Знаете, кстати, ребят, меня всегда интересовал вопрос. А тут весь фоторежим. Пока копятся денежки, давайте посмотрим. Кстати, надо сохраниться, ведь мы же открыли новый остров. Так. Ну-ка, давайте посмотрим. А настройки, управление, клавиатуры, мышь. Просто если здесь есть фоторежим, это вообще шикарно было. Фокусироваться на голове, фокусироваться на туловище. Сделать фотосъемка рейнджера. Вид от лица гостей. Вот это вот интересно.
может так и увидеть. Так, ладно. Транспорт, следующая машина, следующая машина. Управление стрелком. Нет, это не то. Гидросфера. С ней проблем то. Понятно. Нет, нет, не наблюдается. Жалко, конечно. Жалко. Так, это рейнджер. Ладно, как там хотя бы наши динозаврики поживают? И еда, и вода. Комфорт вообще 100%. Пастбище, лес, болото, популяция. Общительность страдает только, конечно. Общительность страдает. Но если выпустить им трицератопса, то все будет хорошо. Потому что он привлечет внимание. Трицератопс привлечет внимание. Зрители, соответственно, не могут. Ну, в принципе, уже час прошел. Давайте тогда мы с вами на этом с вами сегодня заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее. Пусть и относительно такое вот тихое, но все же прохождение. С вами был сегодня Альберт Веско, ребят. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, комментарии, подписку на каналы в группе ВКонтакте, Дискорде и на DevinArt'е. Увидимся с вами уже очень скоро, в следующей нашей части, по развитию инфраструктуры парка юрского периода. Всем удачи, всем хорошего настроения, пишите комментарии, озвучу все. Ну, до скорой встречи, пока-пока-пока. Еще увидимся в парке юрского периода, и не забудьте купить Дина шляпу в нашем магазине.